Какая-то база, это не город. Поселение, база, что-то вот как какой-то квадрат занятый. Оттуда они приплыли. Там был бой. Да. Они как только вот, может, не только они спаслись, но они спаслись, а там вот разбито полностью все. Что-то Как пере. сверху прилетело и стреляло, бомбило. Да. Если бы это были враги, дети бы боялись. Знаешь, Ну, вот это если свои, бы, да. да, это свои, да. Но не жители той деревни, скажем Угу. так. В наше время, там, во время войны, если бы немцы где-то высадились, то дети бы Все бы улепетывали разбежались, так да? же, да. Все бы разбежались. Они просто отбежали в сторону и стоят, смотрят. И какие-то скобы летающие такие. Внизу белое что-то светящееся. Три Вот, огни, то такой, ли. вот такой формы. Ну. Толстые такие. И они стреляли, падлы. И светились снизу. Не чувствую, что это роевое, это как вот либо при поддержке роя просто что-то прилетело такое же, Впечатление, что это этих же какие-то, людей. блин. Понимаешь, впечатление, что это какие-то как беспилотники, блин. Может, там и были люди. Но они как-то очень много и очень быстро и не очень большие размером. Понимаешь, вот люди как двух типов. Вот такие, как в этой деревне жили условно, и такие, как пришли. Это как сравнять азиатов и европейцев. Вот те солдаты, которые пришли, они немного не такие. Это реально как азиаты и европейцы, понимаешь? Вот солдаты это какие, ну, другие. А с кем и за кого был бой, не знаю. Плыли долго, уставшие. Ты типа лечила. Как тебя там назвали? Ведьмой? Ведьмы. Спросили солдаты, не ведьма ли я, не убью ли я командира. Меня это очень сильно разозлило. Знаешь, как вроде, если не верят, зачем пришли? Угу. Главное, нужно было поспать. Вот если поспит нормально, он болезнь за сон переборет. Во сне, да, идет выздоровление, реальное восстановление. Себе знаю. Главное, чтобы лихорадки этой не было ночи. Там не было одеял. Нужно было согреть. Холодно было очень ему. Не всем холодно, всем тепло было, у него как жар. Вероятно, от раны от этой. Может, еще от чего.
Ну ладно, по чуть-чуть вспоминаемся. Я помню. Утром, когда проснулся, первым делом, где оружие? Обстановка неизвестная, где оружие? И сразу мне вопрос, кто я? Почему я? Как, ну, не запомнил. Ладно. Новый проект вылазит. Такое впечатление, Илья, что там какая-то революция. Свержение власти, переворот, что-то вот. Это не то, что типа какие-то... Друг с другом. Да, это не захватчики, это как внутри. Ну, захватчики, но это внутри. Угу. Как типа вот... Под видом как идет, своих. Да, идет как типа переворот, идет как типа революция, война, вот ну, что-то вот они вот внутреннее. Пришли от кого-то, а мы попросили какую-то... у кого-то полотряда взяли. И с этими полотряда пошли и тех, кто вот захватывал, установил свою власть. Спецоперация против них отстреливать условно. Бесшумный выстрел, таких вот громких не было. Это, ну, бесшумные вот лучи какие-то. И вот я как... Отстрелили там. Главное почему-то баба была. И ее застрелили. И вот отстрелили у нее главный этот вот пистолет. Кроме она все. Я пытался это подчинить пистолет. Типа, подчиню пистолет, подчиню всех. Тоже, блин, королева Роя. Да, там что-то было с женщиной. Женщины там были кошки. И вот у этой я взял два этих пальца, которые при этом пистолете, ну, на нем, ну, выстрел, видимо, попал и руку раздробило, типа. Как надо было. Пока она держала, получилось. На каком-то корабле. Корабль причален к пристани. Буква Т такая пристань. Там вот так боком стоял корабль. Это или до, или после тех событий. После тех событий, которые я видела, это после. Наверное. Потому что уже я была не сама. Война, это уже была какая-то партизанская, да, операция. Да. Потому что то, что вот я рассказывала, это как, ну, меня почему-то потом вывели из этой деревни, как под конвоем. Не ваша группа, не та группа, которая прибыла. Другая группа меня как под так конвоем. Такое ощущение, что тебя за это убили потом. За да. помощь. Да. Потом я помню, как организовывал что-то такое. Какой-то договор между то ли государствами, то ли просто группами людей. И была такая печаль. Да, меня тебя там уже убили. Нет. Да, меня убили за то, что я помогала. Я помню, меня под конвоем ведут. Может, еще за что-то? Может, не только за то, что спасла, не знаю. Не может, важно. Это... Да. Потом печаль, я помню, такую. Я там не главный был, но я как посредником был между вот двумя типами людей, скажем так. Они типа там такой договор, завет, что вот пришлых. Что-то. Чтобы не допустить чего-то. Как-то эта женщина была очень заинтересована в моей смерти. Она У была нас с чуть этой другая. женщиной, у нас с этой женщиной какое-то противостояние было. Угу. Я не могу понять, вот ненависть настолько к этой женщине, она меня и я ее. У нас какое-то противостояние с ней было. Она там главная была.
Наверное, главное среди тех мятежников, которые поднимали какой-то бунт. Наоборот. Или главное, это которые... Мятежники А, мы были, я скорее понял. всего. Я поняла, да. Всегда. Я поняла. Изменилась она. Похоже, проект Роя. То есть там и так женщины были почти давлеющее положение. Такое, ну, что-то вроде Бен и Гессерит, так тут позитивного направления. Лечилки, там, целительницы, такое. Они были... Они захватили власть магии. Не власть нужна. Они были как советчики при мужчинах. Вот тут реально мужчины захватили держали, власть, да. Мужчины держали, они как вот рядом были, но... Ну, какой-то совет женский был. Никоим образом, да, не матриархат, а как-то вот оно было, знаешь, как уважаемые очень угу. были, как матроны женщины, вот. А вот она перехватила управление и реально там стала матриархат устраивать. Не все это поняли опасности, почему некоторые... Меня там казнили. Угу. Теперь чувства уже потом. Так много островов, знаешь. Потому что все приплывали. Вот не приезжали ничего, приплывали. Как архипелаг какой-то. Фух.